Новый супермаркет «Да» открылся в деревне Лохино Одинцовского округа по адресу улица Родниковая, строение 22А. Покупателей ждут низкие цены и высокое качество продукции. В магазине есть собственная пекарня. Каждый день здесь готовят более 30 видов хлебобулочных изделий. Чиабатту, французские багеты, круассаны, пончики и другую вкусную выпечку выставляют на полке каждые 4 часа. Магазин «Да» предлагает новый формат дискаунтера для России, который гарантирует покупателям лучшее соотношение цены и качества. Достигается это благодаря эффективной организации труда, бизнес-процессов, применению новейших технологий, проверенных на рынке Западной Европы. В нашем магазине все сделано так, чтобы покупатель мог сэкономить свои деньги и время, чтобы ему были доступны товары и продукты высокого качества, делать покупки было легко, быстро и комфортно. Ежедневные поставки охлажденного мяса, колбас, молочной продукции, овощей и фруктов обеспечивает собственный автопарк «Да». Благодаря этому каждый день в магазине свежие продукты. Кроме продовольственных товаров, на полках представлена косметика, бытовая химия, товары для животных, текстиль, посуда, бытовая техника и многое другое. В магазине найдется все, что составляет повседневную потребительскую корзину. А каждую неделю покупатели ждут новые интересные предложения. И горожане успели оценить ассортимент и цены в новом супермаркете. Понравилось, хорошо, удобно, близко, все нормально. Спасибо, что открыли этот магазин. Все понравилось, да. Хороший магазин, выбор большой. Да, и вообще удобный. Из коляски вот проехали везде, не тесно. Да, будем приходить. То, что доступно, рядом все. Точно. Вон, для пенсионеров тоже подошел, купился. Понравилось, все очень красиво уложено, все дешево, все хорошо. Очень приятные цены на мясо, поэтому, надеемся, качество будет хорошим. Пользуюсь услугами этого магазина в Москве, так как я живу там, а здесь я дачница. И с нетерпением ждала открытия 2 сентября этого магазина. Товары замечательные, таких не найдете в других магазинах. Цены очень приемлемые, всегда все свежее, вкусное. Добро пожаловать! Магазин работает ежедневно с 8 утра до 10 часов вечера. В Одинцовском округе уже открыто 3 дискаунтера. За покупками приглашаем по адресам. Деревня Лохино, улица Родниковая, строение 22А. Село Акулово, улица Центральная, дом 36А. Звенигород, улица Пролетарская, дом 54. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».